Гуарин. Пас еще одна. Еще одна передача вперед. Наготома. Японский защитник простреливает. Палась. В направлении Наготома. Вот он, японский защитник. Легко убежал от соперника. Прострел. Абсолютный бардак у Сосуоло в обороне. Еще раз смотрим. Ну, здесь был офсайд, но он был пассивный. А вот здесь очень важно, что офсайда не было. Мы два футболиста Интера. И Жуан понесся вперед. Пас отличный. Паласио. Нет офсайда. Родриго Паласио. 2-0. И забивает Сафир Тайдер. Паласио многое для гола сделал. Еще убивая мяч. Здесь не было офсайда. Видите, как плохо защитники располагаются. Убивая мяч, надо было, конечно, в сторону, а не прям перед собой. Здесь, естественно, Сафир Тайдер прилетел сюда, отправил мяч уже в пустые ворота. 2-0. 2-0 Интер выигрывает у Сосуоло, и это абсолютно справедливо. Снова передача в центр. Камбьясо. Гуарин. И пас на готовый удар. И 3-0. Это невероятно. Это невероятно. Даже не на готовый, а Тайдер. Это Сафир Тайдер. Оказался штрафной соперника. На готовый Сосуоло. Защитника Сосуоло. Кто это был? Сейчас мы выясним. Тайдер продавил, насколько я понимаю, Гатсоло. Да. Гатсоло оказался не готов к борьбе. И вот такой простой, как говорится, гол, потому что ничего не предвещало вроде как. И вратарь как-то непонятно забегал по собственной штрафной. Ну и Тайдер этим всем воспользовался. Ну и Фредди Гуарин, автор голевой передачи. 3-0 к 34-й минуте матча. Думаю, что всем все очевидно. Команда абсолютно на разного уровня. Сосуоло, я думаю, что после четырех туров очевидно будет иметь. Тайдер. Паласио, можно делать дубль, удар, и Рики Альварес забивает свой первый гол в матче. Видите, Паласио так, ну, может быть, без особого желания, но ассистировал косвенно через голкипера Сосуоло. По мини у Рики Альвареса. Еще раз смотрим, как же безобразно играет Сосуоло в обороне, просто других слов нет. Но вот абсолютно все футболисты Сосуоло, но они как будто бы, я не знаю, игроки не то что другого уровня, а любители по сравнению с игроками Интера. Настолько все очевидно и просто у Интера получается, а Сосуоло просто наблюдает. Вся оборона. Ну а сейчас даже, может быть, более важное событие, нежели гол Альвареса случается у нас в матче. Диего Альберто Милито на поле появляется вместо Родриго Паласио. Полгода Милито лечился. И вот он на поле встречает его, естественно, стадион. Это часть, которая болеет за Интер аплодисментами и овацией. Диего Альберто Милито. Это, знаете, такая память о великих делах Интера, когда команда выиграла Лигу чемпионов. Именно Милито. Гуарин. Перевод на правый фланг. Ну-ка, Рики. Рики Альварес с мячом. Будет смещаться в центр наверняка. Нет, пошел по флангу. Как легко обыграл, а? Ну что за безобразие у Сосуоло в обороне? А что за безобразие творится в обороне у Сосуоло? 5-0. Диего Альберто Милито. Диего Альберто Милито. Первый гол после возвращения. В первом же матче. Браво. Браво, Диего Альберто Милито. Радости, я думаю, даже могут и слезы появиться, причем не только у Милито, но и Массимо Маратти. Уж очень-очень в него верят. И всегда верил. Я всегда в него верил. Маратти, в этого аргентинского форварда. Великолепно сыграл, конечно, Альварес. Ну, просто клоуна. Извините за выражение, сделаю защитников Сосуоло. Настолько он легко их обыгрывал по 2-3 раза в штрафной площади. И здесь уже Диего Альберто Милито просто опередил соперника и добил свой первый гол после возвращения, связанный со травмой. Травма была очень серьезная у Милито. Он вернулся и он забил. Это большой успех. Ну и, естественно, аплодисменты в топ. Удар по воротам и 6-0.
Теперь уже из-за пределов штрафной площади забивает Интер, если 5 предыдущих были забиты футболистами. Что собирается Игрок Сосиоло праздновать гол вместе с Камбьясом, он так к нему побежал, было ощущение, что он сейчас его обнимет и скажет: молодец, дружище, забил. А это гол уже со средней дистанции. Милито, ну здесь спорная ситуация, а это великолепный удар Камбьясо. Просто потрясающий удар Камбьясо. Вратарь, конечно, тоже здесь начудил, вышел из ворот далековато, на мой взгляд. Ну а Камбьясо просто отправил мяч в верхний угол ворот. Сейчас будет встреча, то есть на неделе команда атака опасная Интера. Милито! Диего Альберто Милито, 7-0. Фредди Гуарин напас на Милито. Милито забивает свой второй гол в матче. Какой-то просто уже безобразный счет. Видели, там даже человек показал на пальцах 7. Видимо, кто-то запутался. Боже, сколько уже Интер забил. Ворота Сосуоло. 7-0, дорогие друзья. Гуарин прошел по правому флангу. Но я уже даже не хочу давать оценку обороне Сосуоло. Это просто безобразие. Так футбол играть нельзя. Вот как человек бежит, который Гуарин сопровождал, он бежит, так, знаете, пробежка, вот, знаете, ни подката, ни корпус сыграть. Так хотя бы свалить, в конце концов, штрафную, уже хоть как-то показать борьбу. А так Интер забивает.